Вот. И розовые сыроежки, когда они маленькие, в принципе, тверденькие, они очень вкусненькие. Надрез беленький, все беленькое, пластиночки беленькие. И вот немножко большеватая. Вот, но вся беленькая. То есть это сыроежки. Говорят, их можно есть сырыми, но мы не пробуем. Сыроежки, сыроежки. Вот наши любимые грибочки. Это маховики. Вот такой хороший, прям большой маховик мы сегодня сорвали. Всегда он желтенький внутри. Такие поры у него. Вот. Это просто класс. Он очень вкусный. Он белеет, когда его варят. И он вкуснее подберезовиков. Он вкус напоминает, ну вот как белый гриб. Сегодня нам не повезло, белых грибов не было. Вот, это тоже маховик, но он немножко и червивый, да, и переросток. Это просто вот для сравнения. Красивый такой, но большой. А этот мы, конечно, употреблять будем. Вот. И еще что мы сегодня собрали немножко. Ну, в принципе, это все за час. Раньше мы не собирали грузди. Это вот маленькие грузди. Собрала специально только такие маленькие-маленькие, для того, чтобы их закрутить. Потому что наша кума, оказывается, любит закрученные. Вот, буду крутить специально для нее. Вот. И вот это рыжики, по-моему, да, они такие же, как грузди. Их надо брать, вымачивать. Вот, если их надрезать или надломить, у них идет сразу же сок. Вот молочко, сок поперло. Вот, поэтому они горькие на вкус. Поэтому я их вымачиваю, ну и все, кто употребляет, 3 дня в холодной воде. Ну и есть специальное видео. Вот. И самый вкусненький тоже, который нам нравится, гриб, со стороны кажется он как поганка, это мухомор розовеющий. Вот он какой на вид. Несколько штук мы сорвали. Сейчас покажу. Вот. Да, ёлки-палки. Хочу поднять большой грибочек. Вот. Вот он. Гриб, он напоминает мухомор, но он розового цвета, бордового. Обязательно у него юбочка. Вот. И большая ножка такая. Пластиночки у него беленькие. Ну, абсолютно нормальный, съедобный гриб. Немножко мы его отвариваем 15-20 минут. И едим с картошечкой, как всегда. В закрытом виде он вот такой, как шампиньон. Вот. Внизу у него есть пластиночка, что-то бегает по нем. Вот. И так он напоминает вот шампиньончик. Кто-то называет их королевские шампиньоны, но на самом деле это мухомор розовеющий. Абсолютно съедобный гриб. Вот. Ну и все. И вот это вот, в принципе, небольшие кучки, еще немножко в ведре. Это мы собрали сегодня за часик вдвоем. Так что собирайте грибы, это очень полезно. И наслаждайтесь лесом. Всего доброго. Пока-пока.